изъявил желание прочитать рэп о Красноярске. Дорогие друзья, ну, во-первых, это достойно аплодисментов за одну только смелость, да, вот. У нас некоторые не хотели даже петь из Турки, а вот здесь раз и рэп. Ну, слушаем, держи микрофон. Кто самый лучший город в мире? Кто находится в Восточной Сибири? Кто был Острогом и был Красным Яром? Кто стал столицей Красноярского края? Андрей Дубинской здесь открыл свой Острог. Потом прошло время и стал городок. Теперь мегаполис на реке Енисей. И как назвать город, что мира красивей? Город высший класс. Кто здесь был, он не забудет про нас. Большое спасибо, молодец. Примите от нас, пожалуйста, вот. Дорогие друзья, аплодисменты Виталии и клубу Ленинского района. Я думаю, что уже готовы. А клубу Ленинского района мы вручаем сертификат.